В погоне за быстрой наживой недобросовестные предприниматели порой совсем не заботятся о безопасности отдыхающих и работают с грубыми нарушениями установленных правил. С этой проблемой сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам сталкиваются ежегодно. Был случай в начале купального сезона, в поселке Лазаревское, при буксировке плюшки было допущено, видимо, какие-то ошибки судоводителя. Пострадала девочка, попала в больницу. Следственный комитет занялся этим вопросом. Самое распространенное нарушение – так называемый незаконный заход в зону купания. Это угрожает безопасности отдыхающих и наносит вред окружающей среде. С целью выявления нарушителей, привлечения их к ответственности, а также устранения последствий нарушений, инспекторы ГИМС регулярно проводят специальные рейды. Сегодня они выехали на побережье в поселок Волконка. Нарушения были обнаружены довольно быстро. В зоне купания находились гидроциклы, а на гальке своих клиентов ожидали банан и так называемая плюшка. Нарушения, как везде и всюду, всегда присутствуют, небольшие, незначительные. Нас предупредили, будем заниматься сейчас устранением всех недостатков и дальше уже по существу продолжать работу абсолютно безопасную. На первый раз инспекторы ограничились незначительным штрафом – 300 рублей. За повторное нарушение – штраф 500 рублей. Если и это не поможет, судоводитель будет лишен водительской лицензии. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.